Всем большой привет! Это видео по запросу. Оказалось, очень интересно людям, как себя ведут фаленопсисы, приходящие с голой корневой, потому что это оказалось очень таким редким случаем в практике. Обычно все получают в амху, иногда получают в коре, а вот с голой корневой всех заинтересовало. Как же дела? Итак, это две мои афродиты от Native, и обе пришли с голой корневой. Так, чувствуют они себя хорошо. Начнем с малышки. У малышки хорошо заметно вырос лист. Все в тургоре, все хорошо, все отлично. Новых корешков есть, хотела сказать, пока незаметно, есть. Извините, пасмурные дни, надо купить себе дополнительное освещение для съемки видео, потому что, к сожалению, вот в такие пасмурные дни всех имеющихся у меня ухищрений уже не хватает. Вон, видите, светлый новый корешок, такой блестящий, вот это новый, он потихоньку растет, вот его кусочек растет, то есть он был у этой афродиты, был растущим, и вот он продолжает, он пророс, показался, полез дальше. Так. И подраскопаем. Тут тоже маленький растущий, но он начал закукливаться, честно скажу. Мне он начал закукливаться. Ну, посмотрим. Чувствует себя хорошо. И тут вот на листочке даже немножко появляется загар. Собственно, по этому загару я хорошо вижу, насколько она у меня выросла. Вот здесь полосочка загара. Мне нравится. Ну, конечно же, хотелось бы побыстрее, побольше результатов, но шо маемо, то маемо. А вот этот товарищ результатами радует гораздо сильнее. Листья вообще пластик, все отлично. Но, скажем честно, у него и корневая была гораздо помощнее. У первой афродиты была такая себе корневая. Так, вот тут у нас вот новый лист уже такой вымахал. Его не было. Вот рожки растущих корней. Так, вон сколько их там. И вот если вам видно по цвету, не сильно хочется и копать, дергать. Вот это вот. Так. Не сильно хочется копать и продолжаю копать. В общем, это тоже новый. Он появился вместе с вот этими. Он закапывается. Корешок и там... Ярко-ярко зеленый вот такой кончик. Видите, тут загорелый, такой вишневый на видео выглядит, как коричневатый. А тот весь вот такой вот светло-зеленый, как эти внизу, куда свет не попадает, и у них не загорают корешки. Так, и смотрим. Ну вот на дне те корешки, которые были, они живы, они работают. И вот даже проснулся один и решил, что будет расти. И, кстати, вот рядом живой кончик второго. Хорошо растет. О, смотрите, какая гусеница. Корень гусеницы растущий. Очень красивый, очень толстый, классный. Так, тут вот попросыпались, видите, маленькие такие корешочки, которые были, они растут. Вот растущий побольше корешочек. Вот еще один растущий. В общем, этому товарищу очень-очень хорошо. Все нравится. Вот на своем опыте скажу, видите, не страшно получать с голой корневой фаленопсисы. Все у них происходит хорошо, все круто. И вот вам разница. Ну, на самом деле, скажем, вот этой разновидности афродиты не было в большем размере, к сожалению, потому что я бы с удовольствием взяла. Потому что большое растение ведет себя гораздо лучше, с более пышной корневой, все проходит гораздо легче. Вот здесь немножко нервишки, чуть-чуть переживаешь, потому что хочешь, чтобы лучше рос, чтобы больше корней нарастил. Но по состоянию листьев я вижу, что в принципе все хорошо, ему хватает. Новый корешок там все-таки старается. Посмотрим, что и как будет. В общем, наблюдаем. Но действительно интересный опыт получать с голой корневой фаленопсисы, потому что все мы знаем, они более влаголюбивые, чем те же... котлеи, например, которые приходят с голой корневой. Но с другой стороны, есть фрагмопедиумы, которые получаешь с голой корневой, ничего. Но
Вот такой опыт. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, заходите в описание к видео, там ссылочки на разные соцсети, на группы, на Инстаграм. И всем большое-большое еще раз спасибо за просмотр. Солнечных дней, пышных цветений и пока-пока.